Тихонько. Hey, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в мой старый отель. Мы с вами продолжаем делать ремонт в комнатах на втором этаже, и сегодня у нас на очереди комната номер 202. Я решила параллельно потихонечку начинать уборку в коридоре. Мне кажется, что надо наконец-то здесь все-таки навести порядок, а то гости к нам приезжают, а у нас тут коробки всякие, вот эти вот старые шторы. Нужно больше света, нужно поубирать вот эти вот старые ковры, вот это вот все, блин, а лампа была красивая, надо было ее не убирать. Эх, ладно, пока стульчик. Значит, сегодня мы с вами делаем ремонт в номере 202, где у нас 202, 204, наверное, 202 в другом конце. Значит, здесь у нас 201, а вот уточки у нас номер 202. Давайте посмотрим. Вау! Маркус — парень, который пишет музыку для группы. Он просто гений. Очень серьезный, мрачный молодой человек. Так что я ставлю на минимализм. Может быть, даже черно-белую гамму. Опять черно-белая гамма. А я вот, знаете, думаю, как поэкспериментировать. Может быть, нам с вами попробовать сделать что-то в стиле лофт? У нас же там есть вроде бы кирпичи. Может быть, попробовать? Может быть, у нас из этого что-то получится? Я надеюсь, что вам понравится. Ну что, ребят, давайте вообще посмотрим, что у нас тут есть в номере. Значит, тут у нас, наверное, ванная комната, ваш капитан Очевидность. Ну, кстати, ванная комната небольшая. Я так понимаю, что у нас в каждом номере такие вот маленькие комнатки. А, это стол! Я думала, это какая-то левитирующая кровать. Ну, значит, все понятно. Здесь у нас, получается, гостиная будет, здесь у нас столовая. Ну, а здесь у нас, видимо, спальня. Воу, ребят. Но у нас тут, кстати, обратите внимание, только одна, получается, ванная комната. Ну что, мы с вами берем супер-пупер. Если Рояль здесь, ты тоже должны... Что? А, но ты тоже. Я думаю, кто, какие, но ты. Я думаю, что я тоже должна здесь быть. Ребят, еще одна комната. Я не могу ее открыть. Там кто-то шкребется. Я не хочу туда идти. Я услышала только что какой-то шкреб-шкреб. Знаете, что я вообще бы сделала? Я бы здесь бар добавила. У нас же, по-моему, есть какая-то барная... Стойка, если я не ошибаюсь. Вообще, посмотрите, какой тут шикарный вид открывается. Блин, мне нравится эта игрушка, мне будет очень грустно с ней попрощаться, но с другой стороны, мы же с вами всегда можем продолжить эксперименты в других комнатах. В общем, сегодня попробуем поэкспериментировать с лофтом, если, конечно, мне удастся его хоть как-то здесь вписать, потому что он хочет минимализм. Найди ноты, сыграй на рояле, а я что, умею? А вот это не они? Вот это ноты! Ладно, пойдем сыграем. Прочти старую газету. Прочти старую газету. По-моему, это на памяти Лизи только что заиграл. Заиграла мелодия. Так, стоп, какую газету? Я все газеты уже повыбрасывала. An unbelievable story happened in our town just a short while ago when a punter named Roy Bennett decided to bet his savings on a winning horse. А, я поняла, что произошло. Короче, он решил поставить все деньги на лошади. Я так понимаю, что он выиграл на скачках. Слушайте, как интересно. Ничего себе находка! Значит, вот как дедушка стал владельцем отеля? Ты оцени эти бриллианты! Наверное, целое состояние! Ребята, сколько? 60 тысяч мы с вами? А зачем нам сейчас эти 60 тысяч? У меня и так 152 есть тысячи. Не, ну я как бы не привередливая, но, блин, интересно. Слушайте, очень круто, что здесь добавили такие вот небольшие задания. Наши гости провели вчера прекрасный вечер, но их музыкальные инструменты каким-то образом исчезли. Чего? Ребята... У нас что, теперь в отеле помимо призраков еще и музыкальные инструменты воруют? Так, надо сейчас совсем разобраться. Я смотрю, что я не удалила эту стенку. Ну, понятное дело. Это мы с вами тоже убираем. Прекрасно, я пылесошу. И оказывается, музыкальные инструменты у нас в этой комнате. Окей, ладно. Мы с вами нашли гитару. А где находится... Так, у нас здесь какой-то мусор. Подождите, нам что, придется бегать по всем этажам? Искать музыкальное оборудование? Знаете, на полу я хотела разместить ковер, но, к сожалению, все ковры какие-то слишком светлые, поэтому я выбрала вот такое вот темное дерево. Давайте посмотрим, какое у нас есть покрытие для стен. Я же говорила, что я хочу взять... Так, давайте сделаем хопа. Я хочу взять какой-нибудь такой вот старый кирпич. Можно, кстати, взять вот такой вариант. Можно взять вот этот. Этот мне не очень нравится. Этот неплохой, но мне больше понравился первый. Можно такой. Давайте мы, наверное, возьмем вот этот вот кирпич. Посмотрим, что у нас по цветам. У нас есть белый, у нас есть вот такой вот черный. Кстати, можно взять черный, можно взять серый. Может быть... А может быть вообще какой-нибудь классический такой вот красноватый? Вот этот, что ли? А если мы с вами посмотрим... Так, возвращаемся. Ну, это не то. Может быть, такой? Или это будет слишком кирпичный кирпич? Хотя мне нравится. Мне кажется, что можно стенки сделать белыми. Вот такой вот... Ну, я бы взяла, конечно, более красноватый.
Может быть... Это не то, это слишком грубый. Можно белый? Слушайте, а может быть белый кирпич? Раз он хочет black and white, может быть вот такой вот белый? Ну, давайте посмотрим, какие у нас есть еще варианты. Есть вот такой. Есть вот такой, но мне вот этот понравился. Или вот этот. Давайте вот этот попробуем. Значит, с этой стороны у нас тоже тогда будет кирпич. А дальше нам с вами что нужно взять? Нам нужно взять белый. Я думаю, что здесь у нас везде будет белый. Можно еще вот здесь добавить кирпич. Ноты почему-то у нас не продаются, и у нас не продается пианино. Знаете, вроде бы поубирали, а у нас до сих пор здесь пыльно. Ну что, ребят, давайте, наверное, начнем с вот этой части. Я думаю, что первое, что мы с вами здесь разместим, это, конечно же, барную стойку. Посмотрим, что у нас есть по цветам. Ребята, у нас есть огромный выбор. Может быть, вот такую вот черную. Хотя, честно говоря, я бы лучше взяла бы, например, вот такой вариант. Или, может быть, более светлый. Рыжий не хочу. Не хочу рыжее дерево. Но это тоже мне не очень нравится. Надо взять что-то нейтральное. Пластик, металл точно не хочу. Блестящее тем более. Может быть, вот... Ну вот смотрите, вроде бы неплохо. Но вот этот вот стык, ну, он все портит. Не хочу брать со стыком. Это мне не нравится. Ну, разве что вот этот... Это мне тоже не нравится. Слушайте, ну давайте, может быть, вот эту вот барную стойку 0. Только я бы взяла, наверное, действительно другой цвет. Так, это мне все не подходит, не подходит, не подходит. Блин, сейчас черную возьмем реально. Ребят, скорее всего, сейчас возьмем вот эту вот черную, потому что она, ну, в принципе, идеально вписывается. Тем более, что у нас черный и белый должен быть. Давайте мы пока что здесь разместим вот эту полку. И, кстати, сразу же хочу добавить вот здесь навесные полочки. Ребят, сори, у меня трошки голос сел. Я после стрима решила сразу же сесть записать. Может быть, кстати, может быть, вот такие вот взять полки или вот эти? Может, вот эти? И там поставим просто бутылки? Мне кажется, получится неплохо. Значит, кстати, нам нужна мебель, минимализм. Ну, понятное дело, что мы можем что-то от себя добавить. Можно, конечно, глянуть, что у нас есть из минимализма. Блин, вот такую полку взять? Или вот эту? В итоге я сейчас действительно буду подбирать, наверное... Блин, мне вот такая... Вот эта полка смотрелась бы очень круто. Это нет. Нет. Давайте посмотрим вот этот вариант, если он у нас черный таб. Есть? Ну, черный и белый, ребят. Ну, давайте возьмем такой. Только вот я не знаю, ровненько? Ну, вроде ровненько. И здесь мы с вами просто поставим сейчас бутылки. Кстати, стоять. Нам с вами нужно еще взять несколько барных стульчиков. Я сразу хочу их добавить. Вообще-то я бы развернула. Может быть, нам с вами стоит либо развернуть эту полку, либо, может быть, вот, смотрите, у нас есть вот такие вот стульчики. Давайте, наверное, просто вот сюда максимально его передвинем, и, в принципе, все. Если не понравится, потом просто все переделаем. Так, ну и здесь у нас будет вот эта вот полка. Давайте вот сюда. Так, берем вот этот вот стульчик. У нас вряд ли здесь будет какой-то бармен ходить. Ну, согласитесь, вряд ли. Поэтому мы можем, мне кажется, вот так вот разместить. Зачем у нас тут ноты, приклеенные к полу, я не знаю. Тогда вот эту картину мы с вами берем и, наверное, мы ее повесим, ну, где-нибудь вот здесь. Тогда столик мы, наверное, попытаемся сейчас выровнять относительно картины. Ну, вроде бы ровно. Ровно? Ровно. Тогда возьмем с вами какие-нибудь сейчас симпатичные стульчики-стульчики. И что у нас есть с вами из минимализма? Это у нас, кстати, минимализм. 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 Можно, кстати, взять... Слушайте, давайте вот такие вот возьмем. У нас, конечно, лофт тут никакой не получается, ребят. Мы с вами забываем про лофт. Я думаю, что мы с вами разместим 4 пока что стульчика, а там посмотрим. Так. Есть? Ну, вроде как есть. Давайте только... Вот сюда раз, и вот сюда два. Прекрасно. Значит, давайте смотреть. Нам с вами нужно будет еще какой-нибудь столик. Я даже не знаю, можно, конечно, здесь еще одну какую-нибудь картинку. Я бы здесь, может быть, какое-то растение поставила. Но понимаете, в чем проблема? У нас с растениями беда. Те растения, которые мне нравятся, они пока что все еще закрыты. Можно, конечно, взять, ну, маленькое, но... А где моя пальма? Где вот эта здоровая пальма? Может быть, здесь она станет? Вот смотрите, вот это бы вписалось, но оно закрыто. Или вот этот вот бамбук, по-моему, это был бамбук. Нет, у нас это все закрыто. А вот смотрите, какая пальма шикарная, но она нам тоже закрыта. Где та пальма единственная? Вот она. Единственная и неповторимая. Слушайте, а давайте возьмем черные и белые шторы. Мне кажется, получится интересно. То есть у нас будет, например, по бокам черные, а трошки поближе будут белые. Ну, посмотрим, что у нас из этого вообще получится. Поместятся они тут или нет. Вот тут можно черные, а вот сюда, например, белые. Какие у нас вообще есть широкие, розана, розана право, узкие жалюзи. Нас с вами все не интересует. Узкие, широкие. Давайте мы, наверное, возьмем вот здесь у нас будут черные раз, потом черные два. А если я возьму...
А ну-ка, давай посмотрим. Блин, видите, они короткие. Можно было бы, конечно, взять, но... мне не очень нравится. Или вот... слушайте, а давайте вот такие только белые. А давайте попробуем. Белые, белые, белые. У нас же есть белые. Белые, белые, чисто белые. Это персик какой-то. Мне не нужен персик. Вот. Смотрите. Так. И они не пересекаются. И берем... Берем вот этот вариант. И какой мы там с вами взяли? Нет, не надо мне розовый. Не надо. Мне нужен... Давайте смотреть. А какую я здесь использовала? Давайте редактировать. Цвет это какой? Ну, какой-то после бежевого. Переходим с вами вот сюда, сюда и смотрим. Какой-то возле бежевого. Вот этот, по-моему, да? Ну, вроде бы да. И мы размещаем вот здесь. Привет, ребята! Мне повезло выиграть в покер прекрасного коня. Вот только потом потерялся мой грузовик. И теперь нам нужно где-то остановиться, чтобы собраться с силами перед возвращением домой. Надеюсь, вас не смущает запах. Нет. Я тут как раз вот свечки добавляю ароматические. Надеюсь, что они смогут этот запах куда-то деть. А что нам с вами нужно сделать? Нам с вами нужно пойти в фойе. Значит, я решила вот здесь пока что поставить аквариум. Я давно планировала его хоть где-нибудь разместить. Может быть, попробуем, раз у нас здесь нет... По-моему, у нас нет все-таки камина. Попробуем здесь разместить аквариум. Значит, смотрите, вот так вот теперь выглядит наша столовая. И, знаете, мне нравится. Мне очень даже нравится этот номер. Так, куда мне надо? Фойе! Фойе! Поехали, поскакали на скакуне в фойе. Ребята, какие лошади? Нет, у нас, в принципе, есть подвал. Да, там живет граф. Ну, он же будет не против лошади. Я очень надеюсь. Давайте, может быть, мы как-то замедлим сейчас время. Можно как-то помедленней? Блин, у нас времени не хватит сейчас. Почему у нас не замедляется время? О! Перфект! И где ковбой? Добавь тюки... фойе? Я вас еще спрашивала в прошлой серии. Интересно, а тюки с сеном мы куда будем с вами добавлять? Ну, вот, пожалуйста, в фойе. Окей, ладно, я же не против, как бы, все для животных. Ребята, раз. По-моему, сейчас все будут в шоке. Сейчас все будут в шоке, давайте один тюк сена здесь. Все, мы справились? А где лошади? А лошадь нам показать, ну что это за издевательство? Ладно, это вы заказали тюки сеном? Ладно, видимо, не вы. Хорошо, я поехала. Давайте подниматься на второй этаж. Кстати, я пробежалась по всем номерам, но я не нашла электрогитару и микрофон. Я уже решила зайти к Селин. Кстати, нам с вами обязательно нужно будет у Селин еще кое-что переделать, потому что я хочу, когда у нас все откроется, там поменять растения, может быть, диваны, потому что мне все-таки чего-то у нее не хватает. Я уже думала, может быть, я возьму ее микрофон, но нет, мне игра сказала, ты что? Ты что, странная? Так делать нельзя. Кстати, может быть, у нас здесь... что-то есть из нужных предметов? Нет, ничего нет. Ребята, у нас точно будет отдельная серия, в которой мы с вами все это будем переделывать. Так, дамочка, нельзя! Вы еще рано... О! Прекрасно, мне оставили денежки. Кстати, а я не проверяла, у нас тут яйца нет? Я бы поменяла все-таки потом... как они тут, конечно, насвинячили. Мадам, это вы тут насвинячили или кто насвинячил? Непонятно пока, кто тут насвинячил, но это явно не Селин. Так, здесь у нас вроде как чистенько, здесь чистенько, здесь еще никто не насвинячил, это хорошо. Яйца нет, к сожалению. Ладно, давайте возвращаться в наш номер. Номер, вот он, наш номер. И я хочу посмотреть, что мы с вами еще должны добавить. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что у нас по диванам. Нет, стоп, не диваны нас интересуют, нас интересуют шторы. Раз у нас везде такие шторы, хай будут черные, белые. Значит, здесь у нас... нет, давайте, наверное, начнем с черных. Черные. Вот здесь у нас будут раз черные, потом у нас здесь два черные. И здесь, наверное, мы с вами сделаем точно так же. Черные. Черные. Ну, придется, ребята, вот так вот размещать. Значит, я сюда решила переставить вот это вот пианино, потому что у нас, к сожалению, оно действительно не продается, ребята. Не знаю, с чем это связано. Значит, у нас будет раз, и потом у нас будет два. Слушайте, а симпатично. Симпатично получается. И мы делаем хопа. Ну, трошки пересекаются, ну, шо поробуешь, иначе, к сожалению, тут никак. Блин, неплохой номер. У нас, конечно, тут такой себе получается минимализм, на троечку, мне кажется, но... кстати, ковры. Кстати, ковры, ребят. А давайте, может быть, вот здесь коврик добавим?
Ну, это какой-то маленький, круглый. Ну, круглый. Вот, блин, большой есть. Но я не могу его добавить, потому что мы не можем пока что добавлять большие. Этот я не хочу. Этот я тоже не хочу. Нет, не буду я пока ковры добавлять, ребят. Ну не то это все. Так, давай смотреть два дивана. Два дивана. Нужно взять мне два дивана. А что у нас есть? У нас есть авиум. Кстати, мы, по-моему, с вами авиум еще ни разу не добавляли. А сантану мы уже добавляли. Ну, кстати, риса мне нравится. Слушайте, мне риса прям нравится. Симплекс. Кстати, может быть, симплекс взять? Арунда. А, все остальное у нас закрыто. Ребята, мне нравится симплекс. Блин, мне нравится вот этот симплекс. Можно было бы один диван, ну блин, не хочу здесь. А давайте, может быть, здесь у нас будет раз диван, и вот тут второй. Буквой Г. Ну, в любом случае, я бы один диван бы здесь разместила. Здесь можно кресло. Посмотрите, ну вот просто это место создано для этих двух шкафчиков. Вот просто создано. И тогда здесь я могу поставить какой-нибудь поменьше шкаф, и мы туда можем, например, какой-нибудь... Нет, это не тот стол. Можем какой-нибудь светильник, шкафчики, вот, смотрите. Мы должны взять, повернись ко мне передом, не надо ко мне попой стоять. Мы можем с вами взять... No. Ну, вот это, кстати, под телевизор. Слушайте, а может быть нам здесь телевизор разместить? Ну, сейчас посмотрим. Это нам с вами все не подходит. Это все очень громоздкие. Вот это неплохой. Вот этот, кстати, шкафчик очень даже неплохой. Скорее всего, мы с вами его возьмем. Этот большой. Такой разве что. Ну, кстати, нет, не хочу, ребят. Может быть... Блин, вот этот нам подходит. Но, понимаете, это Allegri. Хотя давайте глянем, что у нас по цветам. Таб и... Блин, ребят, ну мне он нравится. Диванчик, пуфик, пуфик, диванчик. А у нас есть какой-нибудь именно реально пуфик? Оно, это все не то. У нас, по-моему, что-то было без стенок. Я имею в виду без спинки, но... Ну вот этот мы с вами постоянно выбираем, смотрим на него. Вот этот, кстати, помаранчевый мне нравится, но... Кстати, он бы неплохо смотрелся. Давайте, может, тогда возьмем еще одно кресло. Мы его поставим, например, вот здесь. А рядышком можно, например, какой-нибудь совсем маленький журнальный столик. Вот этот, например. Кстати, давайте вот здесь поставим и на него, например, светильник. О чем бы и не. Светильник. Освещения нет. Я так понимаю, что у нас тут все без какого-либо стиля. То есть, я имею в виду светильники, в принципе, можно любые выбирать. Я бы либо вот этот. Этот мне меньше нравится... Круглый. Может, вот этот? Давайте, наверное, все-таки кровать выберем. А то я как-то туда-сюда бегаю, туда-сюда. А кровать мы так с вами и не выбрали. Кровать. Мне нужна кровать. Генуа, нет, мы не будем ее брать, потому что я ее уже выбирала. Нет. Я так понимаю, что в итоге мы возьмем вот эту кровать. Может быть, вот так мы с вами ее разместим. А вот здесь, наверное, какой-то шкаф. Посмотрим. У нас же там были какие-то гигантские шкафчики. Разворачиваемся. И посмотрим, тут есть что-то большое. Нет, ну в принципе, вот такой вот черный однотонный смотрится неплохо. Здесь, кстати, мы можем с вами разместить телевизор, но сначала я бы хотела взять полку под этот телевизор. И вот, кстати, полку мы с вами, знаете, какую, наверное, возьмем? Даже не полку, мы возьмем шкафчик. Развернись, пожалуйста, развернись. Где-то я видела, тут большой классный такой вот шкафчик. Разворачиваемся. Этот. Вот этот, может быть, нам взять? Кстати, давайте возьмем Арунда. И тогда переходим с вами сюда. Возьмем, наверное, как раз черный. Вот, видите? Один цвет у нас получается. И вот здесь мы с вами его размещаем. Вот именно при таком свете вот эти тумбочки подходят. А когда здесь станет темнее, они уже будут другого оттенка. Ладно, сделаем вид, что так все и должно быть. Я думаю, что мы здесь поставим, наверное, по лампе. Лампа. Освещение. Вот эти лампочки мы с вами будем здесь размещать. Раз. И потом у нас здесь будет два. Прекрасно. Наверное, мы повесим какую-то картину. А может быть, у нас есть какие-то симпатичные наклейки? Бабочка, еще одна бабочка. Петушки, песики. Ну, кстати, этот октопус смотрится неплохо, но, наверное, нет. Блин, и слоник симпатичный. Можно было бы какой-нибудь, знаете, ночной город. У нас, по-моему, нет ночного города. Прям ночного города такой, знаете, вот прям на всю стенку.
это нам с вами все не подойдет. Смайлики, тигрики. Можно, конечно, вау. Он такой, знаете, заезжает такой, какое вау? Зачем мне тут вау? Зачем мне эти золотые яйца? Не хочу я золотые яйца. Ладно, возьмем тогда с вами что-нибудь из картин. Из картин, из картин, из картин. А где картины? Я уже их прошла, видимо. Да? Или нет? Ребята, где картины? Куда пропали картины? А, вот картины. Ну, классно. Добрый вечер, Даша потерялась. Так, возьмем мы с вами, наверное... Может быть, кстати, а здесь у нас, видите, вот это вот дерево не меняется. Если бы оно менялось, я бы уже, наверное, везде использовала вот эти вот полоски, но, увы и ах. Можно, конечно, здесь разместить, знаете что? Можно здесь... Мне не очень нравится. Мак, такое вот дерево, морская тематика, папушки, не хочу. Давайте мы, наверное, возьмем просто... О, кстати, здесь у нас есть какие-то еще картинки, по-моему, которые у нас отличаются. Нет? Нет, ребят, я ошиблась. Ладно, возьмем какую-нибудь вот такую, только пробежимся здесь по цветам, пройдемся сюда, фотографии. Можно, кстати, фото. Смотрите, у нас есть черно-белые фотографии неплохие. Либо же можно, конечно, вот такой вот подсолнух. Ну, блин, это не черно-белое. А я хочу в основном тут черно-белое. Ну, либо же, ладно, вид какой-то. Окей, мы с вами возьмем вот это зеркало. Мы его повесим вот туточки. А внизу у нас будет какой-нибудь небольшой либо шкафчик, либо вообще полочка, ребят. Мы с вами возьмем сейчас обычную одну полочку. Вот такую, например. И тут можно, например, рядышком какой-нибудь стульчик, и будет у нас вот такая вот мини-туалетная полочка. Мини-туалетная полочка. Странно, конечно, звучит. А может быть... Стоп! Вот. Вот, ребят. Прекрасно. И здесь возьмем какой-нибудь барный стул. Чем бы и ни. Нам с вами нужен еще один журнальный столик. Давайте посмотрим, какие у нас есть столики, подходящие под минимализм. Можно было бы, конечно, вот этот взять, но я не хочу. Авиум, риса. Кстати, риса. А ну-ка. Он маленький какой-то. Мне кажется, надо взять что-то побольше. Это нам с вами все не подходит. Нет, хотя, кстати, вот это неплохой столик, его можно было бы, например, где-то здесь поставить, как столик для напитков. Слушайте, давайте, наверное, так и сделаем. Только сначала нам надо побольше столик подобрать, черный. Блин, наверное, я сейчас вернусь к тому черному. Этот маленький, это нам с вами тоже. Может быть, слушайте, давайте возьмем вот здесь, поставим вот такой вот столик, а там у нас будет чисто белый вот этот вот маленький для напитков. Вот здесь мы с вами сейчас, может быть, о... Кстати, свечки, смотрите, какие красивые свечи, они мне так понравились, когда я их увидела. Это мне все сейчас не надо. Чашка. Чашка, вот давайте у нас здесь будет чашка, а вниз мы с вами отправим, например, книги. Так, крутим, крутим, крутим. Вот журнал, например. У нас вот здесь внизу будет лежать журнал. Все, смотрите, как симпатично. А вот здесь можно, например, какую-то открытую книгу. Разворачиваем. Здесь у нас будет книга, и что у нас с вами еще есть? Может быть, какую-нибудь еще чашку, или, может быть, какую-то фигурку. Давайте посмотрим, у нас же чашечки какие-то... О! Давайте вот тут у нас будет вот такая вот вазочка, и можно еще одну чашку. Так, раз, и вот здесь у нас будет вот такая вот чашечка. Все, прекрасно. А знаете, где мы с вами четвертую полку разместим? Прямо здесь. Размещаем, и нам с вами нужно заняться санузлом, но я бы сначала хотела добавить здесь какие-нибудь украшения. Давайте, может быть, здесь какую-нибудь картинку повесим. Кстати, здесь я решила добавить еще одну штору. Сначала разместила вот эту и вот эту, и, знаете, смотрелось как-то трошки пустовато. Вот здесь какой-то, знаете, вот этот вот полупустой угол, ну, мне не очень понравился. Поэтому я решила добавить еще одну штору. Предлагаю вот здесь разместить вот этот вот мой любимый горшок с цветком. И здесь можно, например, кстати, может быть, попугаев повесить? Ну, не знаю насчет попугаев, ладно. Может быть, нет, не буду никакие неоны добавлять, не хочу. Эти вставки я тоже не хочу добавлять, мне кажется, они смотреться не будут. Можно взять, например, вот такую вот картинку, а что у нас тут есть черно-белое? Или какой-нибудь вид? Песика взять? Льва? Лошадку какую-нибудь, зебру. Значит, я, в принципе, не зря выделила вот этот вот угол. Я думаю, что здесь у нас будет, наверное, душевая кабина. Так, крутим тебя, дорогая моя душевая кабина. Мы можем взять вот такую. Можем взять вот такую, но мне она не очень нравится. Будете смеяться, но в итоге я решила выбрать вот такую вот душевую кабину. Теперь давайте мы, наверное, вот здесь повесим полотенце. Полотенце, полотенце, сушилка. Наверное, все-таки сначала полотенце, полотенце, полотенце. Где у нас? О, вот здесь у нас будет полотенце. Все, перфект. Нам с вами нужно еще добавить ванну. Может быть, ванну возле окна? Ванна, ванна, ванна.
Но эту с вами мы уже использовали, это какая-то маленькая. Понимаете, вроде бы вот эта ванна нам подходит практически во всех номерах. Такую взять... Может быть, вот эту? Блин, почему мне кажется, что унитаз какой-то вот такой вот масенький, совсем масенький? Какой бы нам с вами взять? Черный, давайте черный возьмем. И у нас унитаз, У нас унитаз будет, наверное, здесь, что ли? Ну, не знаю. Можно, конечно, здесь разместить, но это такой себе вариант. Давайте, наверное, пока что здесь. Вот здесь у нас будет находиться унитаз. Ну и тогда давайте сразу же возьмем какой-то шкафчик. Но я не буду брать вот этот шкафчик. Я хочу взять какой-то вот такой. Или же, может быть, наверное, что-то повыше надо. Может быть, вот этот? Это совсем маленькие. Эти вообще закрытые. Я так понимаю, что, скорее всего, мы с вами, знаете, какой возьмем? Мы с вами возьмем вот этот или вот этот. Ладно, будет у нас Argento. Что у нас по цветам? Удиви меня, игра. Черный. Вот, кстати, черный. Вот здесь, слушайте, а давайте мы, знаете, как сделаем? Вот мы с вами заходим, и вот здесь у нас, наверное, будет вот этот шкафчик. Возьмем вот эту. Ну, согласитесь, она просто идеально везде вписывается. Тогда нам с вами нужно что еще взять? Нужно взять какое-нибудь зеркало. Зеркало. Вот у нас зеркало. Может быть, светящееся? Ребята, нам нужно два шкафчика где-то для ванной комнаты разместить. Ну, один можно где-нибудь здесь. А второй где-нибудь здесь. Может быть, какие-нибудь маленькие добавить? Ну, потому что я не буду здесь размещать под эту раковину, но они не подходят мне. Мне подходят только вот такие вот шкафчики. Давайте посмотрим, что у нас есть из декоранса. Наверное, настенные аксессуары еще добавим. Вот здесь у нас, наверное, будет вот эта вот вешалка. Давайте, наверное, вот здесь мы с вами ее разместим. Кстати, нам, наверное, нужно еще добавить шторы. Шторы. Давайте тогда мы с вами что сделаем? Вот здесь у нас будет держатель для туалетной бумаги. Потом я бы хотела, наверное, поручень для ванны. И у нас вот здесь будет поручень. Блин, жалко, нельзя цвет поменять. Это нам с вами все не нужно. О, сушилка. Вот здесь у нас, наверное, будет... Или вот здесь. Вот здесь будет сушилка. Сушилка у нас есть. Можно... Кстати, давайте вот здесь у нас... Можно? Нет, нельзя. Давайте здесь у нас будет располочка. И здесь у нас, наверное, будет... Два полочка, давайте попытаемся так вот симметрично, и туда мы разместим шампуни. Это нам с вами все не надо. Шкафчики, ребята, где, вот где мне их размещать? Ну вот они мне не нравятся. Ну то есть они мне как бы нравятся, но они здесь нам не подходят. Можно, конечно, кстати, может быть вот такой вот белый симплекс. Симплекс, а тогда мы возьмем, хопа, и возьмем, о! Ребят, так давайте возьмем вот это, только может быть белый? Что у нас по белому? А белого у нас, наверное, нет такого. Губу надо закатать, Даш. Нет у нас такого белого. Это не белый, это такой вот какой-то дыр-дыр-дыр. Этот я тоже брать, наверное, не буду. Ну, наверное, черный возьмем. Ребята, я спустилась в фойе, и у нас тут лошадь. У нас тут лошадь гуляет. И мне нравится, что гости вообще не обращают внимания на то, что у нас в фойе гуляет лошадь. Оказывается, в 203 номер я вообще попасть не могу. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, микрофон именно там. Я пробежалась по всему отелю, и электрогитару я нашла в 204-м. Хотя мы с вами там еще ремонт не делали, но я решила заглянуть. А вдруг действительно гитара там, и гитара действительно была вон там. Я не буду вам пока что спойлерить и показывать, что это за номер. А, кстати, номер будет у нас очень интересный. Ну а мы с вами пока что отправляемся на экскюршн. Я вам сейчас покажу, какой у нас получился номер 202. Итак, здесь у нас прихожая, здесь у нас гостиная, тут у нас столовая, это ванная комната, ваш капитан очевидности. Кстати, ванная комната мне очень даже понравилась. Проходим с вами дальше. Здесь у нас спальня, и здесь у нас что-то типа рабочего кабинета. У нас не продается этот рояль, поэтому я решила его разместить здесь, и будем считать, что это действительно вот такая вот небольшая рабочая комната. Я не могу понять, почему никуда не пропадает вот эта пыль. Вообще никуда. Причем самое интересное, что эта пыль есть еще в некоторых номерах. Причем в тех номерах, в которых мы с вами уже сделали ремонт события. Спасибо, друзья. Теперь мы можем возвращаться домой. Дикий Запад ждет нас. Прекрасно, мы с вами справились. Значит, почему-то в некоторых комнатах есть вот такая вот пыль. Причем там я поубирала все, повытирала, и все равно там есть вот эта пыль. Ну что, ребят, мы с вами будем завершать ремонт. Посмотрим, что у нас было до. Я думаю, что до было трошки хуже.
хуже. Значит, у нас было до такое, а стало вот такое вот после. Забронировать номер. Ух, мне нужен был мир во всем мире, но теперь хотелось бы найти его в своей собственной душе. Если я остановлюсь у вас на пару дней, сможете обеспечить мне уединение? Нет, ну в принципе никаких проблем, пожалуйста. Мисс Вселенная? Номер 102? Ребята, побежали. К нам приехала мисс Вселенная. Номер 102. Номер 102, номер 102, номер 102. А что это у нас за номер? Номер 102. По-моему, номер 102 это тот номер, где был мальчишник, если я не ошибаюсь. А может быть и... У тебя настоящий талант к дизайну. Просто шедевральный интерьер. Слушайте, ну она мне нравится. Она нас всегда с вами хвалит. А мы еще не приехали? Мы со второго на первый так долго спускаемся. 102, по-моему, это номер, в котором был мальчишник. Видите, я уже ковры поубирала. Тут нас курочка ждет, но она еще трошки подождет. 102. Нет, это номер молодоженов. Ну я же только что здесь убирала. Ну вы что, издеваетесь? О, грушенята, сейчас с вами позабираем. Станем богаче на $20. Прекрасно. Хотя мне и так есть 200. 1000, но мы же с вами заберем вот эти денежки. Забираем по 100 долларов. Ребята, им нравится наш дизайн. Так, что нам нужно добавить? Белые лилии, добавьте шторы. Так, белые лилии, добавьте шторы. Белые лилии, белые лилии, белые лилии. Где у нас белые лилии? Растения, ну логично. Лилии, между прочим, я практически во всех номерах размещаю. Почему-то именно в этом я не разместила. Странно. Лилии, вы где? Лилии. Между прочим, белые лилии могли бы быть, не знаю, там, символом нашего отеля. Вот это же у нас белая лилия, да. Ну хорошо, здесь у нас будут белые лилии. А нет, ребят, мы с вами калы размещаем, точно. Я что-то перепутала. Так, здесь вы не становитесь. Я еще не разместила ваши лилии. Блин, вот калы, я же говорю, что у нас калы. Так, ребята, куда мне эти лилии деть? Могу вот туда их забросить, на шкаф. Нет, я так делать не буду. Ладно, давайте здесь у нас будут белые лилии. Вот вам букет. Стоять. И что она еще хочет? 5? 5? Почему 5? Почему не 2? Почему не 2 вазона? Ладно. 2 из 5. Блин, ребята. А вот же есть... А, это не белые лилии. Хорошо. 3. Все-таки я заброшу на шкаф 4. Ну хорошо, в ванной комнате. Вот здесь тебе будут еще лилии. Отлично. И она хочет еще шторы. Представляете, приезжает мисс Вселенная. Такая... Вы знаете, я хочу себе идеальный номер. Только я хочу, чтобы там было 3 шторы. Ладно, на лилии? Я согласна. Окей, ну допустим, ну хочется ей в лилиях купаться. Но шторы, какая тебе разница, сколько тут штор? Ты переживаешь, что к тебе поклонники будут заглядывать? Не переживай, мы их сразу выгоним. Слушайте, а может быть... Нет, не хочу, нет, нет, нет. Мы с вами возьмем, наверное, вот эти вот шторы. Нет, не вот эти, вот эти редактировать, ребята, времени мало. А, еще 22 минуты, можно булочки расслабить. Вот это они, да, вроде бы. А по цветам у нас что? Нет. Да? Нет. 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 А у нас вообще эти шторы есть нужного цвета? Будет смешно, если я вообще какие-то другие брала, а тут я типа перепутала. И на самом деле нет. Нет. Ребята, у нас нет таких штор. А что это у меня за уникальные? Ребят, ну это не они. Это все не они. Слушайте, я, наверное, что-то перепутала. А где шторы? А куда они пропали? Может быть, я, конечно, пролистнула, но я же не могла. Я же не могла. Я слышу, что что-то где-то упало, ребята. По-моему, наша мисс Вселенная что-то уронила уже в ванной комнате. Слушайте, а может быть, вот такие вот темные для контраста? Давайте добавим такие вот темные. Раз и два. И мы сейчас по-другому сделаем. Мы сейчас сделаем, как в том номере. Мы сейчас с вами возьмем вот эти шторы сюда. Так, можно куда-то вас... Блин, вот эти мы вот здесь размещаем. Эти мы размещаем, например, вот здесь. Потом мы вот эти вот сюда. Вот эти вот сюда. Я надеюсь, что тебе шторы понравились. Или, может быть, она на статую смотрит. Как думаете? Ну что, ребят, мы с вами сегодня завершили очередной ремонт. Я надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.